На пресс-конференции после финала Евровидения победительница конкурса Эмили де Форест сияла от счастья. Букмекеры прочили победу. Эмили возглавляла список фаворитов после двух полуфиналов. Но сама певица ждала оглашения результатов в крайнем напряжении. Конечно, я верила в свою песню и знала, что она великолепна. Но на Евровидении все так непредсказуемо. Никогда не знаешь, чем все закончится. Пока объявляли результаты, я чуть не умерла в зеленой комнате. И так удивилась и обрадовалась, когда объявили о моей победе. В Копенгагене весть о победе Эмили встретили с ликованием. Датчане возлагали большие надежды на свою босоногую русалочку. Она училась в школе для одаренных детей и уже с 14 лет профессионально выступает на сцене. Песню, которая принесла ей победу на конкурсе, Эмили написала сама. Домой в Копенгаген она везет хрустальный микрофон и праздник, который здесь отметят через год.